Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запускает новый проект. Об этом объявили сегодня на пресс-завтраке в Москве. Главная задача – помочь работодателям и талантливым молодым специалистам найти друг друга. Также на мероприятии подвели итоги работы за прошлый год. Так были запущены проекты в сферах экологии, туризма, игровой индустрии, а также для молодежи из новых регионов. Это проект, которым у молодых участников была возможность написать эссе на разные темы, рассказать о том, что они пережили за эти 8 лет, рассказать о том, как они видят будущее своей малой родины, нашей большой страны, как они видят свое будущее.